темно-оранжевые крылья с черными полосками и два ряда маленьких белых пятнышек по краям. Это бабочка-монарх Danaus plexippus. Легко узнаваема по характерной яркой окраске. Эта бабочка преодолевает огромные расстояния и даже способна перелететь Атлантический океан. Бабочка Данаида монарх входит в семейство нимфолит. Когда крылья насекомого расправлены, они достигают от 8 до 10 сантиметров. Встречаются особи разных окрасок. Чаще всего можно увидеть красно-коричневых бабочек. Самцы превосходят самок по размерам. Их крылья больше и светлее. Больше всего насекомые распространены в Северной Америке. Увидеть их также можно в Австралии и Африке. В Новой Зеландии бабочки появились с 19 века. В наши дни она обитает на Канарах и Мадейре. Бабочки Данаиды живут также в заповедниках, созданных в разных странах. Один из самых больших и популярных находится в Мексике. Монарх является насекомым-символом штатов США, Алабамы, Айдахо, Иллинойса, Миннесоты, Вермонта и Западной Виргинии. Он был номинирован на звание национального насекомого США в 1990 году наряду с медоносной пчелой, но не получил одобрения законодателей. Многие люди хотели сделать монарха садовой бабочкой для отдельных видов ваточника. Другие используют их в коллекциях или для изучения. Для мигрирующих стай были созданы заповедники в их любимых местах зимовки. Таким образом, туризм по ним дает большой доход. Часто во многих школах на уроках выдают гусениц для выращивания. Позже дети отпускают зрелых особей с невероятно красивыми оранжевыми крыльями на свободу.